оптимистом 11.06.2018, обновлено 16.23 11 июня 2018 года 9930 Дамас, Сирия, 11 июнь, РИА Новости. Войска Сирии при поддержке ВКС РФ предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков из района Эт-Танф в направлении Пальмиры, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон. 11 июня сего года около 4 часов утра МСК на юге провинции Хомс сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России предотвращена попытка прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры, говорится в сообщении. Прорыв боевиков был сорван, 5 боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены. Остальные боевики рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф, сообщают в ЦПВС. Добавляется, что большая группа террористов, передвигавшаяся на пикапах с крупнокалиберным вооружением и мотоциклах, была обнаружена сирийскими наблюдательными постами в районе Гур-Гурап. Решетка Министерства обороны РФ, решетка Россия, решетка Сирия.